На кинофестивале в Мюнхене покажут два украинских фильма. Второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля. В этом году Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал для участия в конкурсной программе International Independence сразу два украинских фильма, дебютную полнометражную картину режиссера Романа Бондарчука «Вулкан» и ленту картины Сергея Лазницы «Донбасс». Об этом сообщает Госкино Украины во вторник, 12 июня, при поддержке которого были созданы оба фильма. Второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля мюнхенский МКФ в этом году состоится с 28 июня по 7 июля. Лента «Вулкан» также отобрана для участия в программе «Истав The West 53 го международного кинофестиваля в Карловых Варах, одного из старейших кинофестивалей класса А. Мировая премьера фильма состоится 1 июля. В свою очередь, мировая премьера фильма «Донбасс» открыла официальную конкурсную программу «Uncertain Regard» – особый взгляд нынешнего Каннского кинофестиваля. Тогда лента получила приз за лучшую режиссерскую работу. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TIMI-Корреспондент.нет. По материалам сайта newsgro.com.